Друзья, приветствую. Вторая часть из посылки образцов, из посылки Александра. Как мы уже видели в ролике про Каслу, в посылке был магнитик. Похвастаюсь еще раз. Спасибо. Так, и 4 образца. 2 образца свежего масло Castle 530 и Totachi Niro LV Synthetic 540. Если кто-то не видел ролик предыдущий. Вот данные образцы. Они были хорошо упакованы, но тем не менее все равно некоторые пролились. Сейчас я очищу их от масла и от скотча. И проверим. Вот, образцы готовы. Значит, оставляю я только Totachi Niro Synthetic 540. Это у нас SNCF. Масла данного не было. Ни в базе, ни на тестах. Поэтому первое, что я делаю, создаю образец свежего. Прибор сейчас. Ну, наверное, тот, кто смотрит ролики, уже ему надоело. Но для тех, кто первый раз или первые разы, значит, прибор получает спектрограмму, чтобы потом сравнить ее со своей базой данных и классифицировать. Да, вот смотрите, на 85%, 8,5 из 10, это у нас моторное масло. Максимальное совпадение с S-Oil 5.30 и Shell 5.30 опять. Потом StarTex, Shell, Mobil, ну и далее. Принимаем, что это моторное. Обозначаем для дальнейшего использования данный образец. Totachi Niro. И посмотрим, что намерил прибор. Не знаю, насколько достоверный образец. В том смысле, что оригинальный он или какой-нибудь, может, попался непонятного качества. Значит, прибор предлагает половину от намеренного щелочной считать как 5,5. Высокая. Ну, сейчас посмотрим. Так, что он намерил? 10,5. В описании есть статья с учетом разницы ГОСТов для свежей отработки. Это получается у нас 12. Вот, а в технических данных, в листе данных, я нашел, что 7,1 должно быть щелочное. Я подправляю в соответствии с техническими данными, 40% у нас получается 2,85. Это предел по ресурсу. Так, здесь корректирую, конечно, гликоль, отрицательные значения, сажу. И все-таки я выставлю по заводским параметрам. Но разница такая существенная. Даже не знаю, как к этому отнестись. Так, вот спектрограмма этого образца. Это я все сохраняю. Ну и можно приступить к проверке отработки. Значит, вот видите. В пояснении, это Toyota Premium 2002 года, 1.8, 1ZZFE, общий пробег более 200 тысяч километров, отработка с пробегом 6110 километров, на 4 тысячах доливался 1 литр, небольшой есть масложор и режим эксплуатации, город 90%, ну и чуть-чуть трассы, в основном городская эксплуатация. И еще и зимняя. Так, значит, заложил я образец, выбрал, с чем сравнивать его. И сейчас посмотрим, что у нас получилось. Еще секундочку. Так, смотрите, о, щелочное как сильно сработалось. Присадок 45% тоже уже. То
тревога. И щелочное 4 десятых, практически в ноль. Смотрите, опять же гликоль присутствует, сажа. Я бы сказал, не очень хорошо себя двигатель чувствует. Сейчас я проведу сравнение вязкости свежего и отработки. Вот так из этих широких баночек. Только так получается наливать, чтобы не перемешивались образцы. Да, видим разжижение масла. Разжижение где-то, ну, наверное, до половины. Видите, здесь свежее чуть-чуть перебежало. Ну да, где-то плюс-минус половина. 45-50%. И оценю, в принципе, насколько хватило данного масла. При городской эксплуатации, кстати, в теме про Castle как раз и предполагали 3,5-4 по городу. Так и имеем примерно 3800-3900. Масло сработалось. И вот новый способ отображения. Я наложил график масла Castle для оценки. Просто вывел их с одной точки. Это просто оценка. Castle не смотрите. Это просто линия тренда, насколько она понижалась. И вот получается разница между городской эксплуатацией и Castle эксплуатировался 50 на 50 город трасса и вот эксплуатации 50 на 50. Ну и соответственно здесь еще состояние мотора. В принципе, можно констатировать, на мой взгляд, что Castle, если и лучше от Атачи, то не намного. Видите, так, ну, падение такое же, но с учетом того, что город, и здесь больше города, там больше трассы. Вот, и само состояние двигателя, я думаю, что где-то они близки. Такая получилась информация. Благодарю Александра за образцы. Всех, кто досмотрел данный ролик, благодарю за внимание, интерес, за терпение. Желаю всем удачи и здоровья. Увидимся в следующих видео. Пока.